Шанс заявить о себе есть у всех молодых специалистов региона. Начинающие сварщики, строители, электрики, швеи и кондитеры могут показать все свои таланты на региональном чемпионате «Молодые профессионалы». Причем касается это не только студентов, но и школьников. Они тоже смогут попробовать себя в профессии. Школьники могут попробовать свои силы. То есть, например, поработать на имитаторе сварки. То есть, когда они практически в реальных условиях смогут попробовать себя как сварщика в будущем и сделать какие-то выводы. Вот, еще по ряду компетенций. WorldSkills – международное движение, основная задача которого – повысить престиж рабочих профессий во всем мире. Самарская область – одной из первых в стране присоединилась к нему в 2012 году. За это время молодые профессионалы региона завоевали 36 медалей, 9 человек вошли в расширенный состав сборной страны. В общем медальном зачете Самарская область занимает 8 место из 43. Сейчас задача попасть в тройку лидеров, но для этого придется постараться. Требования к молодым специалистам высокие. Требования конкурсного задания напрямую связаны с современными требованиями к квалификации. Там заложено именно то, что новое оборудование, новые технологии, новые материалы, новые инструменты используются, и в задании формируется, исходя с этой позиции. И более того, возникает унифицированная система оценки. Победители регионального этапа примут участие в следующем национальном этапе чемпионата профессионального мастерства. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов. События.